В марте после дебоша в социальных сетях рэпер не выходил на связь около 3 недель. Поклонники всерьез обеспокоились внезапным исчезновением кумира. Сегодня артист признался, что проходил лечение, избавляясь от пагубных привычек. 34-летний Джиган активно старается вернуть доверие Оксаны Самойловой, которая уже подала на развод. Недавно рэпер возил детей и супругу к ее родителям, пытаясь выглядеть в их глазах примерным семьянином. А теперь решил придерживаться здорового образа жизни, чистосердечно признавшись, что проходил лечение в клинике. Артист опубликовал ролик, на котором продемонстрировал занятия боксом под свою новую композицию. Он также посоветовал другу бросить пагубные пристрастия, которые негативно сказываются на организме. К слову, ранее Джиган, если и вспоминал о спорте, то выполнял упражнения чаще всего с сигаретой в зубах. Разгульный образ жизни, по мнению поклонников, сильно сказался на его физической форме. Впрочем, сейчас рэпера больше всего волнуют отношения с Оксаной. После рождения долгожданного сына у артиста случился наркотический срыв. Он оскорблял коллег в прямом эфире, грязно бранился при детях. В итоге дочери до сих пор с опаской посматривают на родителя. Сейчас супруга артиста намерена поставить точку в многолетнем браке. «Сейчас я на пороге нового этапа, наполненного открытиями, эмоциями и впечатлениями», — говорила Самойлова. «Принимаю и благодарю за все, что со мной произошло. Получаю свои уроки и отпускаю прошлое с величайшей благодарностью за счастье и любовь, которые у меня были. Впервые за долгое время я не знаю, что ждет меня впереди, но уверена, что все обязательно будет хорошо, и я снова буду самой счастливой».